И о спорте. На соревнования Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске по вольной борьбе определились обладатели первых золотых наград. С триумфаторами поговорил мой коллега Курбан Рагимов. Он расскажет, как сегодня развивались события на турнире. Вот так эмоционально Аббас Гаджи Магомедов празднует победу над Федором Балтуевым. В этой схватке зрители разделились на два лагеря. Талант из Иркутска дал бой чемпиону мира и Европы. Балтуев даже ввел в этой встрече, однако хасавюртовец эффектно выправил положение. Ну это мой как бы коронный прием. Я иногда ее делаю. Ты успел подумать за такой короткий отрезок времени? Ну это я специально руку поймал, специально встал, чтобы сделать прием. Не, конечно, вот. В Дагестана приехали, вот сколько человек, вот все. Да, они всегда со мной, куда бы я ни летел. Ихняя поддержка тоже мне хватает. То есть вот эти 5-6 человек перекрикивали вот эту штуку? Да, конечно. Золото в весе мухачей Дагестан обеспечил себе еще вчера. В дерби хасавюртовцев Рамиза Гамзатова и Ахмеда Идрисова победителем вышел первый. Чуть больше месяца назад ученик Шаме Шемеева уступил земляку в родном городе, но теперь надеется на поездку на чемпионат Европы. Путевку придется оспаривать со своим спарринг-партнером Зауром Угуевым. Да, чуть работали над ошибками, конечно. И в этот раз удалось перехитрить чуть-чуть. Ну, Альхамдулилла, суждено было выиграть, выиграл. У нас общий 2-2 счет. Я проигрывал два раза, но вот последний раз на Алмахановском. А до этого, в 2018 году, я выиграл на Алмахановском. Пословица, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, конечно, мы стремимся лучшим стать. Посмотрим, видно будет сейчас, кто на Европу едет. И лишь в дивизионе до 70 килограммов наша команда осталась без золота. Здесь публику своим выступлением зажег Виктор Рассадин, одолевший Анзора Закуева. Бронза в активе Курбана Шираева, которому удалось в третий раз подряд подняться на пьедестал турнира в Красноярске. Хотел выиграть уже в третий раз Ярыгинский и поехать на чемпионат Европы. Ну, как видите, не удалось, да. Может быть, это знак не на Европу тебе надо, а на мир? Я согласен с тобой. Сегодня на Ярыгинском турнире также определились финалисты второго соревновательного дня. Финал пробились двое дагестанцев, причем оспаривать медаль высшей пробы они будут в очном противостоянии. Это олимпийский вес до 65 килограммов. Набирающие обороты Шамиль Мамедов и Рамазан Ферзалиев прошли свой путь без осечек. Оба провели по 4 трудовые схватки. В полуфиналах они встречались с земляками. Мамедов был сильнее Ибрагима Абдурахманова, Ферзалиев взял верх над Ибрагимом Ибрагимовым. Два других финала в категориях до 79 и 125 килограммов пройдут без участия воспитанников спортшкол Дагестана. Завтра в спор за путевки в финал вступят борцы оставшихся четырех категорий. До 74, 86, 92 и 97 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.